Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Николай, настоятель всего святого храма, все честные отцы, дорогие батюшки, труженики нашего кафедрального собора Покровского, дорогие братья и сестры, сегодня наш престольный праздник, торжество. Мы прославляем Божью Матерь и с большой любовью говорим, что сегодня день ее покрова. У слова «покров» много однокоренных слов. Это и покрывало, это и кров дома, это крылья и масса других слов, которые свидетельствуют нам о том, что есть такое состояние у человека, когда он очень комфортно и хорошо себя чувствует. Тогда, когда он находится под покровом, под защитой, у него есть крыша над головой, у него есть ходатайница, заступница. И вот сегодня все эти теплые наши ассоциации с материнским теплом, с любовью, относятся ко Пресвятой Деве. Говорят, что рай для человека начинается у ног родной матери. Это очень глубокие слова, потому что дети, рождаясь, абсолютно беспомощны. Они ползают и вьются у ног своих матерей, не могут ничего сделать. Не говорить, не питаться, не ходить. Мать своей заботой, любовью дарит им свою ласку, силы. И в этом новорожденном ребенке со временем у ног матери появляются силы. И этот младенец, держась за ноги матери, делает первые шаги. И он в благодарность говорит ей первые слова, которые произносит любой человек. Он говорит: «Мама». Мы часто сейчас говорим о подвиге. Кто из людей несет подвиг? Кого можно поставить в пример? И разные бывают примеры. Но самый большой подвиг, который может понести человек – это подвиг материнства. Мать не спит, не ест, отдает все свои силы родным детям. И, может быть, изнеможденная и убитая работой, если спросить у нее, может быть, забрать на время у тебя ребенка, а может быть, ты вообще хочешь от него отказаться, потому что тяжело же тебе. Она никогда не оставит свое дитя. Как бы ни была эта тяжелая работа матери, но она самая благословенная. И мать никогда, как бы тяжело ей не было, она никогда не выпустит из рук своего ребенка и никогда не скажет: «Заберите, я устала». Никогда мы не можем слышать этих слов от истинно любящих матерей. Вот кто подвиг несет, вот кто должен ставиться в пример. Наши матери, они помогают нам и при жизни, и по смерти. Один иеромонах, Павел его зовут, это было в Москве. Он рассказывал историю о том, что однажды к нему подошла старушка и очень просила прийти в дом, поговорить с ее сыном, поисповедовать его, потому что он очень плохо и грешно живет. И назвала ему адрес, но батюшка замешкался, не обратил внимания и забыл об этом. На следующий день та же старушка нашла его
и попросила прийти по этому адресу и говорит: «Сын мой погибает». Этот священник поехал по адресу. Открылась квартира, и там действительно встретил ее мужчина нетрезвого вида, неблагополучного. И этот священник начал беседовать с ним и говорит, что встретил женщину, которая меня к тебе прислала. И, войдя в квартиру, показал на портрет, говорит: «Вот эта женщина». И этот молодой человек стал смеяться и говорит: «Вы, батюшка, что с того света ко мне пришли? Моя мать 5 лет тому назад скончалась. Не морочьте мне голову». Но при этом, конечно, молодой человек встрепенулся, заплакал и стал вспоминать всю свою жизнь. И батюшка сказал ему: «Завтра вы должны прийти ко мне на исповедь». Этот молодой человек пришел и исповедовался священнику в том, что ровно 5 лет тому назад он в пьяном угаре выгнал из дома свою мать. И она в скором времени от этого потрясения тяжелого скончалась. Она была глубоко верующим человеком. Он раскаялся во всех своих грехах. Через несколько дней снова эта женщина с того света встречает этого иеромонаха Павла и говорит ему: «Спасибо, батюшка, мы встретились с моим сыном. Вы подготовили его к смерти. Он исповедовался и достойно предстал перед Господом. Если бы не эта ваша исповедь, он не смог бы принести покаяние и не был бы сейчас рядом со мной». Вот что такое молитва матери. И по смерти эта молитва действенна. Масса есть великих матерей, которые воспитали действительных героев. У нас в Жодино памятник установлен женщине, которая провожает 5 своих сыновей на фронт. Ее звали Анастасия Куприянова. Все 5 сыновей погибли. Никто не вернулся домой. Никто не сбежал с поля боя. И эта отчаявшаяся мать уходит в партизаны, говоря всем: «Моих детей не спасли, но я пойду и, может быть, чужих детей спасу». Потому что мать. Есть памятник в Самарской области женщине. Ее окружает 9 журавлей. Это Поросковья Володечкина. 9 сыновей она отправила на фронт и получала одну за одной похоронки. На 6-й похоронке у нее случился разрыв сердца, она не выдержала. Умерла. 3 сыновей вернулись с фронта, но умерли от ран. У нас в епархии был страшный случай, который предостерегает нас от непочтенного отношения к матери. Это мне рассказывал священник, который исповедовал одного человека в конце его жизни. И этот человек покаялся в том, что когда-то он был участником закрытия храма. И видя, как ругаются над иконами, он сорвал со стены икону Божьей Матери. Отнес ее в притвор, бросил на пол и стал топтать ее ногами. И говорил ей: «Ты чего молчишь? Ответь мне! Ты же великая! Ответь мне!» И бил эту икону ногами. Через некоторое время он женился, у него родился ребенок. Этот ребенок рос, и отец спрашивал у него: «А почему ты молчишь?» А ребенок родился глухонемым и в детстве потом скончался. Страшные примеры, дорогие братья и сестры. Нужно чтить своих родителей, чтить своих матерей. И никакой другой подвиг не может быть выше подвига матери. Какой человек может быть счастливым, говорит преподобный Паисий? Только тот человек, который кому-то себя жертвует,
Мать самый счастливый человек на земле. Несмотря на то, что, начиная с зачатия, она несет тяжкое бремя болезней. И, может быть, даже после рождения ребенка она приобретает массу болезней, становится инвалидом или отдает свою жизнь. Но она жертвует это. Она жертвует себя. И она говорит: «Я самая счастливая женщина в мире». Почему? Потому что я мама. Сегодня мы всех наших матерей поздравляем с этим праздником. И просим принять от нас, дорогие наши женщины, низкий поклон за вашу любовь и за великую силу, которой не имеет ни один мужчина. Вы все под покровом Божией Матери. И говорят, что миром правит не великие правители, а миром правит рука, качающая колыбель. Рука матери, которая нянчит на своих руках будущих героев и великих людей. Низкий вам поклон, дорогие наши мамы, за вашу любовь. И пусть Божья Матерь все силы, которые вы отдаете на служение ей и своим детям, она восполняет и благословляет вас. Спасибо за то, что и для нашей церкви вы тоже являетесь мамами. Вас всегда большинство в храмах, несмотря на свою занятость, на семью, на заботы, на хозяйство, на работу. Вы приходите в храм в воскресные праздничные дни для того, чтобы помолиться не о себе, но помолиться о своих ближних, о своих детях и о своих семьях. Однажды, еще в советское время, иностранная делегация, посещая храм, спросила у владыки Филарета: «Посмотрите, у вас в храме одни женщины, бабушки, белые платочки. Но они ведь все умрут, и тогда ваши храмы опустеют». Владыка Филарет сказал пророческие слова. Он сказал, что наши бабушки бессмертны. Наши женщины бессмертны. И как бы ни вели себя представители сильного пола, пытающиеся иногда разрушить, закрыть храмы, сказать: для чего ты туда ходишь, что ты там делаешь, храмы все равно будут наполняться вот этими великими женщинами, нашими мамами, потому что для них нет ничего страшного, потому что они несут подвиг, и они самые счастливые люди на земле. Спасибо вас, Господи, дорогие братья и сестры, за ваши молитвы. Сердечно вас еще раз поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Мы сегодня заканчиваем трехдневный пост, который несли с молитвой Божьей Матери по благословению Владыки Митрополита, для того, чтобы врачи наши, которые сейчас борются с коронавирусной инфекцией, получили от Господа благословение, перенесли все испытания, и чтобы все, кто находится сейчас на больничной койке, тоже скорее вернулись в дома, и чтобы нас всех Господь от этой болезни с вами защитил.